Всем привет, с вами группа Mad Men. Ждем вас на самой зажигательной тусовке этого года. Korean Music Party 2017 в Астане. Ты должен быть там. Столичные кей-поперы, ликуйте. Это действительно так. Фееричная мега-глобальная вечеринка телеканала Muzon. Korean Music Party 2017 спешит посетить и твой город. А там мы собираемся также на полную зажечь, взорвать сцену, показать людям все, на что мы способны, потому что реально куча городов нам пишет, и благодаря Muzon мы можем посетить данные города. Напомним, что теперь полюбившиеся всем Mad Men не только виртуозные танцоры, но и не менее талантливые исполнители. Дебют парней в новом амплуа состоялся на Korean Music Party 2017 в Алматы. На самом деле, реально все беспокоились, мы нервничали, не знаю, парились насчет того, что забудем текст или, не знаю, не так споем. Боялись разочаровать нашу поддержку, наших друзей. И на самом деле, я думаю, что все прошло здорово, для первого раза было довольно неплохо. А уже совсем скоро Boys Band начнет выступать с авторским материалом. Сейчас уже пишется аранжировка, текст готов, осталось записать только клип. Клип начнем снимать в конце мая, то есть уже выпустим все ближе к началу июня. Так что следи за новостями на телеканале Muzon. И возвращаясь к Korean Music Party 2017 в Астане. Самые крутые кей-поп кавер команды, океан любимой музыки и безудержного веселья ждут тебя уже 16 апреля в диско-баре Ерлана Кокеева в 15:00. А следующие на очереди Шымкент, Тарас и Бишкек.